Здарова, товарищи! Добро пожаловите на ТВ Джем. Сегодня делаем супчик с фенхелем. Очень необычного аромата. Порежем перво, конечно, лук. Где то полтора головки лука нам и будет достаточно. То мы все добавим сюда. Затем возьмем, значит, сливочного масла. Добавьте так чуть-чуть растительного на всякий случай. Немножко это все посолим. Сейчас мы это все поставим на медленный огонь. Пока у нас это все, значит, жарится, почистим так сердерея. Так. Чтобы у нас супчик получился густым, сейчас мы возьмем цукинь. Он такой нейтральный. Почистим корочку. У меня есть фенхель. Его надо почистить. Это оставим. Потом на концу будем резать как петрушку, как укроп. А это сейчас просто порежем такими кусками. И пойдем посмотрим, что творится с нашим луком. Возьмем немного воды. Добавим в шафрану воду. Сейчас он здесь потихоньку будет растворяться. Где-то на литр такого супчика я добавлю 3 пакета. Можно обойтись из 2. Все это немножко прошевелим. Возьмем фенхель. Добавим в кастрюлю. Немножко да посолите. Потихоньку доливайте по чуть-чуть воды. Порежем так чуть-чуть эту зеленую часть от фенхеля. Немного петрушки. Наш фенхель уже стал мягким вместе с луком. Сейчас я возьму половник, все то залью сюда в блендер. Закроем. Опс. Положим и то так, закрутим, уключим. Сейчас мы тут добавим еще немного воды. У меня есть цукини, просто их добавим сюда в горячий. Закроем, включим. Зальем пюре в нашу кастрюлю. И видите, как у нас все получилось такого красивого белого цвета. Возьмем наш шафран, который мы замочили уже. Добавим сюда, чтобы он был более ярким. И сейчас мы это все смешаем. Добавим соли. Немножко сливки добавите. Значит, это сделано. Сейчас поднимет аромат. И мне очень нравится запах свежемолотого перца и фенхеля вместе. С вами были Фенхель, Серж, ТВ Джем. Спасибо. Чао.